Знаете, часто жену спрашивают, а что ты в таком вот виде дома ходишь передо мной? И вот представьте, я хожу, вот попросил меня сынок, да, постирать, вот пока он в душ пошел, говорит, мама, позвал там, говорит, мам, ты можешь мои вещи поставить постирать, там, тренировка у него или еще что-то, но забыл ребенок, понимаете, даже 13-летний, он для мамы ребенок. Конечно, сыночек, могу. И вот я очень, знаете, очень... так сказать, сексуально, да, вот, носочки расправляю, это сыночка моего 13-летнего, я мама, делаю с любовью, с радостью. Так вот, ответы мужчинам, которые говорят своим женам, а вы что такие вот некрасивые, да, дома ходите, знаете, непривлекательные, вот. А как это они себе представляют, да, вот в таком платье? Сама себе платье купила, сама нарядилась, сама прачечную, вернее, не прачечную, а стирочку делаю, сыночку своему любимому. Так вот, распределяю еще, вот, сыночка, вот, вещи, штанишки, и все это делаю с любовью.